ладно, к чему же это я все? Я себя вообще не слышу и буду сегодня играть в Fantasy Zombies. Я его за имя и назову себя Фаристар. Okay. Статус, извините, options, music, full screen. Вот я вернулся такая, крепт, да, я хочу создать нового зомби, он будет... Нигера хочу. Где мой нигер? Вот он. У него будут волосы. Нет. Ямарь. Борода. Так вот. Вот так вот. Аксессуар. Вот так вот. Финишед. Ура! Новый зомбатар. Так, все, баг. Теперь мы можем спокойно начинать играть. Кстати, да, вот тут лист ачивментов. Ну, вернемся обратно. Да. Нет, это тупая реклама, нет, уберите, Нет, не надо, Серега. Ладно, придется ждать, по-моему. Фаристарс Хаус. Воу. Сила маги. Вау! Вот это обучение некстгеновое! Вау! Какая игра! Она просто великолепна! Собираешь солнышки руками и понимаешь, что у тебя руки не горят, и тебе просто срать на то, что с тобой происходит, и твои руки никто не ест, и ты понимаешь, что держишь в руках солнце. Final Wave. Я проиграю. Нет, я не могу сделать это так легко. Я не могу так быстро проиграть. Я буду жить до последнего. Меня не съедят тупые зомбари. Блин. Меня аж ослепило. Ребята, слишком много. Нет, так не весело. Вот так вот. Все. Вот так вот. Все. Хорошо. Чем больше у вас подсолнухов, тем быстрее вы накопите солнышек и построите армию из... Пи-шутер. Кстати, зомби пошли. Где ты, парень? Где ты? Вот так вот. Хэдшот. Дохни. Ура! Сдах зомби. Вообще в этой игре нечего комментировать на начальных уровнях. Просто она немного скучновата с самого начала, когда уже начинается, что типа каждая вот эта вот строчка, она заполнена зомбарями, и ты понимаешь, что хардкор, и ты уже не можешь жить.
то приходится вообще всякой фигню страдать, ставить всякие огурцы, все прочее, чтобы не ломали там тебе все. Забей направо и налево рубили. И убивали тени. Давай, пи, шутер. Быстрей. Крахострел, давай. Давай, восстанавливайся. Сейчас придет мой зомби, мы должны быть готовы. Вот так вот. Армия. Мой офигенный зомбарь. Давай. Та-та-тащи, ты чё? Тащи, зомбарь. Блин. А, хавайте подсолнух. Хавай его, ты должен дойти. Ну чё ты такой далеко хавай подсолнух, ну пожалуйста. Смотрите. Вы серьёзно? Блоу, взрывайте всех зомби в каком-то точке. Пацаны, вы упоротые. Эксплант. А я такой подсолнух, я танцую. Нормально, меня хотят сожрать зомби. Я веселый подсолнух, тили-тили, трали-вали твою маму. Нормально. Погрыз. Ну покушай ты горошку, ну будет понос, ну и чё? Давай быстрее, солнце сгранное. А, черт, давай, 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 солнце, помоги мне, пожалуйста, ну, я тебя прошу по-братски, ну, давай, по-братски, о, спасибо, отсыпал мне, солнышко, чутка совсем. Не срать, что ты зашел в доту. Батер. Гопники, вообще, я понимаю, ну как так можно? Типа сидишь такой, идут какие-то тупые зомби, а ты такой... Зомби! Да плевал я на них! И горохом посыпал просто. Как говном. Из ведра. По носам, случай, не? Не хочешь? Давай! Стреляйте в него! Хавай, подсолнух, тварь! Вау, он схавал его. Пацан, ты вообще семечки любишь, щелкать, как я вижу. Только он съел нигера! Как же так? Он съел нигера! Мой самый офигенный зомби тащит. Хабум, бич! Дали упоротый орех. Все правильно. Упоротый орех во всем помогает, если вы не знали, что он упоротый. Вот. И тут понеслась просто. Вот. Самая интересная часть игры, когда у вас уже все поле, и оно. Как же это красиво. Так, ладно, посадим еще один подсолнух. Конечно, зафлиться в самом начале это невозможно. Иди на Спарту пошел живо. Вот почему я не могу тебя забить курсором и сделать так, чтобы ты пошел обратно. Вот.
По лицу горохом, на! По лицу горохом, на! Горохом по лицу! Горохом по лицу! Давай, блин! Сраный ты подсолнух! А, ну ладно. Пыщ! 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 Вот так. Ну я в тебя верю, давай. Давай, покажи, на что способен зомби. Ты даже не сможешь зайти, потому что мой бедлан гопарь горох заплюет тебя до смерти. Ты понял, да? Поротый орех, хватит танцевать. Понимаешь, что зомби-апокалипсис, а ты танцуешь, вообще норм. Вообще, как таким орехом можно быть? Нет, ну чтобы там побояться зомби-апокалипсис там. А этот орех танцует с собой, он стоит. Ну вообще норм, а я сажаю вас, рискую жизнь, а вы просто как упоротый орех стоите, потом плачете, когда вас хавают. Вообще нормально, не? Зиоты, куски, блин. Тоже мне, блин, орехи. Настоящий орех не плачет, когда его хавают. Потому что он орех. Ну вы поняли, да? Ну, убил, сразу же улыбку с лица стер. Все правильно сделал. Молодец, зомбарь. Рубят. Не-не-не, мне пока горох стрел не нужен. Хотя можно вот сюда надо защищать, а тут я вообще ничего не ставил. Опа. Что тут комментировать? Сет, короче, бедланы, горохи, подсолнухи, ниги, и пляшут с орехами, и танцуют лезгинку. Им вообще норм всем, ну, как бы, я знаю, что надо посадить сюда что-то, но у меня слишком много солнышек, я не могу решить, за что посадить. Потому что я бог солнца, а вы куски лалок, как этот зомби. Давай, чокнутый орех. Аня. Бомба-девственница. Это просто Google переводчик такой. Так, стоп. Не. Давай. Бомба-девственница, зарешай всех. Хавай! Мой орех! Son of a bitch! Хавай все, что ты хочешь. Я тебя кормлю бесплатно сегодня. Свинцом. Что, издеваетесь? Я должен сюда посадить подсолнух? Хорошо. Нам дали лопату. Ты любишь играть в боулинг? А я нет. Ребята, идите вы. Куда шли? Вот, знаешь, что делаете? Вот так. Ладно. Вот так вот. Я люблю гольф.
Ой, какой гольф? Боулинг. Хоть сам его очень мало играл, но... Аллах Акбар! Куда ты катишься? Оп, оп. Блин, ладно. Не получилась эта фишка. Оп, оп. Ребят, вы что там, не обурели? Ходань. Аллах Акбар. У меня слишком мало лохакбарных орехов. Блин, ребят, а вас тут так много. Я думал на русский поставить игру. Газон на касселке и рулят. Аллах Акбар. Аллах. Бабах. Хэдшот, бич, хэдшот. Отжада, бяч. Вот так вот. Вот, ладно. Короче, тут наш Аллах Акбар. Пащ. Хадащ. Вам дали картошку? Спасибо вам. Я не хочу к Леониду. Хорошо. Ой, этот шлепок появился. Ну ладно. Рейсепланд. Вот так вот. Еще так резко. О, угадал. Ладно, мы пока посадим просто мину. Она почти ничего уже не стоит. А мы не бомжи, мы не Сереги. Мина вырастет, пока этот дохляк придет. Так что я не буду пока горохострел шагать. Ой, сажать. Извините, вечер. Я обжег язык горячим чаем. Хочет бич! Спада! Вообще, многие недооценивают мины, какие они вообще полезные в игре. То есть, помню, когда я мины завалил босса еще на пиратке. Просто я совершенно случайно, нечаянно так взял. И так хедшот ему так. А он такой, как Серега, просто лег, такой сказал, бомжи, пакет, есть. Кипяток заварить. Чую, ты хочешь картофана, парень. Вот ты его и получишь. Ха. Пиу. 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 Сейчас будет спадал. Вот, нет, смотри, сейчас. Вот так вот спадал. Вот так вот, вот так вот. Давай быстрее. Давай быстрее откатывайся. О! Есть такая небольшая тактика, которая неплохо работает. Ой, блин, не туда поставил, ладно. Так, ну как ослабота нам пригодит. В принципе, потому что я ничего не буду вычеркивать, то есть сажу. Вот этот шипок бежит, который меня бесит. Вот. Сейчас
сейчас мы ее как раз пройдем, и я, пожалуй, закончу, потому что уже 3 серии, то есть как бы не монтировать придется все это рядом. И мозги. По лицу получи. А пока они идут, я посажу картофан, и он должен вырасти за это время. Давай, хедшот, хедшот, хедшот. Сказал, что обадит хедшот, а он стал. Ледяная говняшка. Мы ее должны защищать. Давай, давай, я верю. Да, мы смогли. Мы должны все выломать, чтобы пройти этот уровень. Foods frozen pizza, damage and slow the enemy. Блин, ребята, я на это не подписывал, стоп. Просто смотрю, что тут вообще есть. Диско is undead, here the dance, tower wisdom, grow the wisdom to fit. Mustache mode, enable mustache mode. А как его включить? Так, стоп. Ну, в общем, что я хотел сказать. Всем спасибо за просмотр. С вами играл Фаррестир, также снимал. То есть Фаррестар снимал, а Форестер нормально озвучивал. И, в общем, это была рубрика, даже не рубрика, а просто прохождение такой замечательной игрушки под названием Plants vs. Zombies Game of the Year. Так что всем спасибо за просмотр, всем пока!